Какие еще приключения нас ждут в игре Torchlight 3? Вижу, вам не терпится узнать. Признаюсь, что мне тоже, и часть из них мы с вами пройдем сегодня, в 12-й части нашего 100% прохождения игры Torchlight 3, пока что альфа-версии. Итак, друзья, вы видите, посмотрите, какой интересный у меня легендарный предмет в руках. Вот, мне выпал бриллиантовый вестник, это легендарный итем, он, конечно же, очень крутой по сравнению с тем, что у меня был, намного лучше. Ну, вы видите характеристики, которые он дает. Физический урон, 16,8% регенерации маны, 9,6% шанс заблокировать, 11,9% быстрее откат скилла релик актив и 28% защиты. Я также купил себе вот это оружие, повезло с его выпадением, и теперь ледяной урон замораживает врагов, очень помогает. Сейчас посмотрите и вот эту броню. А, ну и вот перчатки тоже. Ну и уровень, как видите, 18, да, немного я еще подкачался. Ну что ж, нам нужно идти в эвакуированную мастерскую какую-то. Она находится у нас на локации Firebelly Village. Отправляемся туда. Я в предвкушении. Так, карта у нас открыта, ну, я здесь просто бегал, но локация почему-то закрылась, я помню, что она где-то вот, вот здесь. Это все, уверен, разработчики устранят на релизе. Ну, а пока, поскольку мы с вами в альфе, относимся к этому адекватно. Так, тут даже какие-то вещички. Я еще не дособирал. И вот она, эта мастерская. Интересный такой гоблинский саркофаг. Что ждет нас внутри? О, другая локация. Ну, нетипичная пещера. Уже хорошо. Уже интересно. Давайте посмотрим, какие нас ждут здесь мобы. Так, это алтарь. О, как раз там монстр. Берем. Я, кстати, решил, да, друзья, последний скилл не качать. Хорошо, что у нас алтарь попался на легендарном мобе. Тут быстренько. Да выйди же ты из этой штуки, она тебя дамажит еще и засасывает. Не буду я его пока качать. Как и не буду пока брать этот скилл. Конечно, так, что там? Черная кошка. Ну, давайте возьмем черную кошку. Как бы ее назвать? Я не знаю. Друзья. А, ну, пусть так и называется черная кошка. Так. Обменяем. Так вот. Я о скиллах говорил. Вот этот телепорт не хочу пока брать. Буду качать этот скилл, он эффективный. Этот потом откатим. И, конечно, хочется еще вот это вот копье посмотреть. Вот тут урон крутой. Но для этого надо взять этот скилл, вкачать и потом вкачивать еще 15 умений в свете. Мы раз уже пошли с вами через тьму, то сейчас нам это будет напряжно. Давайте, если у нас будет потом с высокими уровнями еще расти навыки, мы сюда вернемся. А пока покачаем второй наш навык, который мы атакуем. И довольно активно. Так, тут, кстати, попадали еще в этот раздел инвентаря всякие штуковины. Какие из них можно использовать, поиспользуем. 500 монет. Все, это попродаем. Ну, трудно поверить, конечно, что в этой мастерской роботов делают гоблины. Возможно, кто-то их здесь делал.
А гоблины потом захватили. Так, там еще алтарь, увеличивающий наш урон. Но вообще убранство этого типа локации мне нравится. Борт механическая. Ребят, вы как-то запоздало спускаетесь. Вы что там делали? Ладно, ладно, я понимаю, что это нецензурно, не надо озвучивать. Каспер был бы, он бы озвучил, но... Так не надо пока. Гоблин-инженер. Нет, все-таки... Все-таки гоблины здесь занимаются разработкой. Так. Пэт совсем незаметный. Маленькая такая кошка. Так, дайте нам еще одного легендарного. Я иду с критическим уроном. Обратите внимание, как замерзают мобы. Благодаря тому, что оружие обладает этим свойством. Очень классно. Причем замерзают даже легендарные. Вот насчет боссов не знаю. Но легендарные у меня замерзали. И это позволяло хорошо им накидывать в этот период. Пока они просто стоят и бездействуют. Так, а я... А что я? А я запустил запись, кстати, друзья. Ну-ка, давайте проверим. Да, отлично. То еще такие важные моменты от вас скрывать не хотелось бы. Тут прям есть ресурсы. Удобно, когда ресурсы прям в мастерской, даже доставлять их сюда не нужно. Сколько у нас их там уже вообще мы накопали? А то копаем, копаем. Тысяча есть. Смотрите, во-первых, сколько всяких разновидностей. Вот, например, Ember Ore у нас есть. Специальный металл. Вот такой. Камней уже больше тысячи, да. Ну, отлично. Так, ребят, вы что, решили меня прогазолинить, пока я тут рассматриваю ресурсы? Не надо так. Да, вот легендарный тоже и мерзнет. Это хорошо. Это отлично. Так, надо вызвать помощников. Двое легендарных. Не очень приятно. Ну, восьмой уровень, у нас 18-й. Все равно смотрите, с какой силой обрушивает удар на нас. Что даже ощущается. Это болезненно, болезненно, друзья. Netherwell. Я не люблю Netherwell. Очень сильно не люблю. Пора бы уже это усвоить. Еще кто-то делает этот вонючий колодец. Мало того, что он засасывает, еще и боль причиняет. Вот посмотрите, какая машина. Крутая просто. Аж поездить на такой захотелось. Это какой-то гоблин-мобиль. Наверное, на паровом двигателе. Так, у нас уже заполнился инвентарь. Надо. Вот соответствующий значок я увидел. Пойти в город, скинуть с себя все. И потом двинемся дальше. Сейчас вот эту площадку зачистим. Да-да-да. Быстро сбегаем в город.
I'm sure I've got something you need. Так, ну, свиток уже никак не может быть лучше нашего предмета. 3000. Потихонечку прибавляется наше золото. Хотя попасть в азартную игру, друзья, и все спустить за один раз. А чё это я сюда пришел? Ну, это альфа-версия, друзья. Ладно, ну только... Только... Не надо, пожалуйста, респаунить всех противников в эвакуированной мастерской. Задание, хотя... Не поменялось на то, которое было на Локе. А портал здесь все-таки есть. Ну вот, вот так вот. Как есть. Так вы это и видите. Вообще, кстати, хотел сказать, что мне нравится, как выглядит этот персонаж в своей экипировке. Шлемы у него такие огромные. Но вот этот предмет. Это вещь. Это просто вещь. Я имею в виду его внешний вид. Ну, конечно, и по характеристикам он хороший на этом этапе. Заметьте, он даже немножко так отстает от нас, когда мы бежим. Здорово. Напомнила маску, которая есть в Crash Bandicoot 2 Warped. И в первой части тоже, да, и везде есть. Так, ребята, спускаемся, я уже здесь, отлично, да. Люблю, когда меня встречают с двух сторон. Мы добрались до следующего уровня. Там 9-й требуется. Ну, у нас в 2 раза больше. Crash Course. Идем туда. Ого. А я не припомню такой локации. Это мне нравится. Какая-то статуя гнома. О чем ты свидетельствуешь? О том, что здесь нужно недюжинные силы обладать. Так, перед нами босс. У нас всего 5 хилок. Но так как у нас уровень намного выше, то идем. Без заставки. Секретное оружие нам будет сейчас противостоять. Secret weapon. Ты как, посмотрите, какой самовар. Слушай, тут хватит чая на весь travel point заварить. Надо его сейчас обездвижить и потом отнести в лагерь. Будем чаек в нем заваривать. Вот эта вот рука вездесующая. Именно так. Тоже интересно, она просто отнимает 50% хп? Или если бы я был 9 уровня, она бы меня с удара убила просто? Что снимает очень много жизни она. Классно ей так выстреливает. Шипастый набалдашник. Ну классно, просто классно. Так, надо не умереть, надо не умереть. Давайте сейчас похилимся. Дождемся отката бутылки. Так кто так больно? Я... Не пойму. Раскидывает. Сейчас будет обидно, конечно, слечь. Фу.
Так, квестовый для древнего оружия предмет. В город нам нужно идти. Не, этот босс мне понравился. Пузан такой нормальный. Трехведерный. Если не трехцистерный. Что-то синее было. Опять свиток. Коврик. Надоело эта дрянь. Вот это вот. Все равно еще ничего даже не ставили. А ее так много падает. Так, так, так. Значит, идем с вами в город. Можно было принести каркас этого робота, установить в центре города и там варить чай сразу на весь город и для гостей еще осталось бы, да. Пойдемте через ту точку у нас, которая на локации телепортирует, потому что есть опасность через свой портал попасть куда-нибудь опять там во второй город. Пацаны, вот что там сидели в стволе, когда я здесь был, не вышли первый раз. Надо было тогда уже во второй не выходить. Вот здесь, кстати, было три месторождения камня, и каменный голем их охранял так красиво. И примечательно, что из каменного голема здесь тоже выпали камни. Чем мне еще понравилось это. Так, ну, сделано так, что все квесты надо сдавать генералу. Можно было немножко разнообразить, все-таки разным NPC. Вон тут сколько пацанов стоит. Но пока что все ему сдаем, все у него берем. О, а вот сейчас, я только заговорил об этом, нам предлагается поговорить с кем-то новеньким. С Яппером. General, I hope this letter finds you faring well. I appreciate you taking on yet another... Где Яппер? Внизу, говорите? Как вы его отпустили? Вот Яппер. Он тут у нас пленник. Так. Ну, обратно возвращаться на локацию. Посмотрю, как у нас тут дела. Не поменялось ли чего? Да нет, все те же. Странно, от чего зависит вообще это их здесь наличие, или это просто выставочный комплекс мобов. Так, сюда мы не можем? Пока не можем. Наверное, это когда нам нужно будет уплывать из первого города, станет доступно. Так, как твоя кузница работает? Слушай, мы... То есть это можно, что, халявно получить свое оружие первого уровня, но что-то... Что-то странное. Ладно. Для тех, кто случайно его продал, ты можешь выковать. Так, аж два задания. Классный вот этот гоблинский тотем. Сколько у нас денег? 4000. Не будем, ладно, не будем тратить. Давайте двинемся дальше. Ну вот уже проиграв 12 частей, промежуточный итог я могу сказать, друзья. Несмотря на то, что были однотипные локации, несмотря на то, что здесь мы преимущественно сражались с гоблинами, мне играть приятно в третий Torchlight. Вот приятно. То есть, если на альфе уже такое складывается ощущение, значит, будем играть. И делать это с удовольствием на релизе. И еще тоже отметил, что... Ну, когда я там последний раз на боссе меня сажали, вот там, где я вызывал багом с вот этих помощников, да, я не умирал вообще больше с тех пор. То есть, по сути, ну, ничего такого чрезмерно сложного нету даже на альфа-тесте. Может, потом, конечно, они еще усложнят.
Или, например, сделают так, что для хардкорных персонажей не могут быть использованы деньги, которые добыты обычными персонажами. И вот это, скорее всего, сделают, иначе в таком случае хардкор будет совсем простым. Мы всегда сможем закупать себе топовое синее оружие и броню нашего уровня. И это, конечно, упростит задачу прохождения. Но не знаю, посмотрим. Посмотрим. Так, тут еще такая добрая часть локации. Я думал, уже конец. Она нет, не изучена. Там бочечка бахнула. Так, ребята, это вы куда железную дорогу сделали? Ну-ка, ну-ка. Под воду? Или над водой? Слушайте, над водой. И по ней еще и тележки катаются. Красота. Просто красота. Жаль, нельзя самим прокатиться на этих тележках. Или чтобы они здесь проезжали, разбить их. И из них могло бы что-то крутое выпасть. О, ребята, вы славу хотите прибавить? Давайте, давайте, гоблины-ганнеры. Так, первый идет, лежит, ждет. А у меня еще последний квест. Этот не квест, а скилл есть, пацаны. Смотрите. Опа! Горшки побил. Ну вот как кошка выглядит, мне не очень нравится, потому что она очень маленькая. Если в приближении еще более-менее, то вот с такой высоты, ну, маленькая. Так. О, там какой-то тупичок. Пойдем туда. В конце надо... Что, я в текстуре застрял? Друзья, в текстуре застрял. Так как так-то? Вот так вот было и тогда, когда я проиграл на хардкоре. Но теперь я выйти не могу. Может, через портал получится выйти? Надеюсь. Да. Эх. Хорошо, что так хотя бы можно. Так, ну и мы тпшнемся, конечно же, на обычную точку. А, я сейчас не телепортировался, а на локу, что ли, просто зашел... Не, телепортировался, все нормально. И все-таки в том интересном тупичке надо ничего в конце не ложить, чтобы уйти оттуда не солоно хлебавши свою участь несчастливую проклявши. Не так нравится этот легендарный предмет, что сейчас сделаю скриншот с ним. Надо место какое-то покрасивее для этого выбрать с бэкграундом. Этот алтарь, он хорошо для эпиляции. Да? Так, подойдешь так, раз, и все, и самые чистые. По всему телу. Пацаны весело спрыгивают. Так, и все же. Тут, наверное, какая-то связь есть. Это такая
Навесная гоблинская деревня. Деревня на подмостках. Тут вообще шаман должен восседать. Посмотрите, какое классное место. Специально подвели сюда, к этому такому островку. Ты смотри, ты так в текстуре застрянешь. Не шути с этим скиллом. Тут уже опасно сейчас это делать. Потом будешь делать. Опять застрял. Блин, я не хочу второй раз застревать, но я хочу... Ого! Вы видели? Просто спрыгнул под ней, прошел. Ну, тоже вариант. Так, ну вот здесь уже ничего. Отлично, даже в бочках ничего нету. Да-да-да, как я и хотел. Я отсюда и хотел уйти, не солоно хлебавши. Посмотрите, какой вид внизу. Красиво. Может быть, на фоне этого и сделать скриншот как-то вот так. Вот так вот не очень, конечно. Так, а этот торчит. Нет. Сейчас мы сделаем все, друзья, вот. Просто хочется, чтобы и сам итем не сливался с фоном. Тут как раз еще фон такого же цвета. Ладно, пройдем, поищем что-то еще. Так, там мой портал, все, там я был. Надо бы вот так пойти, обойти. Ух, тут как-то вообще страшно. Так, ящички. Какой-то склад был. Слушайте, довольно большая локация, эта деревня. И наоборот, казалось, она будет маленькая. Ну, деревенька и деревенька. Посмотрите на карту. Это огромная просто. А вот тут свечи, может быть, здесь сделаем. Как-то хочется. Только не застрянь там. Так, если сильно близко приближать, то свечей не видно. Болдер. Тут ресурсы мы взяли. Давайте еще раз попыхаем алтарем. Ну, ребята, ну где вы? О! Гоблин Чантер. Так, я думал, что мы пойдем с вами в этот Стронгхолд в этой части, но, друзья, пойдем уже в следующий, потому что тут еще чистить и чистить. А это следующая локация у нас. Там еще овер какой-то там трек. Поэтому давайте
Давайте в следующей части отправимся. Я всех вас жду.